рамках Всемирного дня борьбы с диабетом в актовом зале Центра медицинской профилактики города Сочи по улице Новогинская, 9, 3 этаж, состоится школа сахарного диабета, которую проведет главный эндокринолог города и другие специалисты. Всех взрослых и детей, желающих узнать о профилактике и лечении этого заболевания, приглашаем к нам 14 ноября в 14 часов. Участие в мероприятии бесплатно.